стая в кожаный диван. Мечтал о том, что скоро буду тоже ветеран. Боже, лейтенант, рот свой пересохший вытирал, следя как мог за диалогом заторможенных тират. В приглушенном свете ламп ждал, чтоб по оплошности не прозевать, как старшие предложат третий раз детям план. Одна из гостей лошадью заржав сказала: «Кости, может, хомяка положите туда?» И больше явно не ребята мы. Давно наши воспоминания пятнами, но одна хуйня все так же непонятна мне. Почему мне снится тот хомяк в калькуляторе? Мы память то куда попрятали. Даты, дни остались невнятные каракули, но все равно не сосчитать на калькуляторе, сколько раз мне снился тот хомяк в калькуляторе. Фразы как демоны, сказано, сделано. Пара черных глаз из-за стекла запотела. Поглядя в отражение, видят только грызуна мехотелого, что с дивана встать так хотел, но боялся быть осмеянным, прослышь слабым истериком. Ведь все угорая пиздели над бонгом с хомяком, что превращал все в растение. 97-й кто-то лаял из телека. С тех пор я перевидел многое. Смерть, увы, не нова, да и жизнь, увы, дерьмовая. И давно не удивит надгробие. Но я понял, что с тех пор с тем хомяком все переплетено было. Наверное, я в конец шизик. Какой хомяк, если я терял тех, кто мне близок? Но всего один на пастуре, и мне кажется, мы за стеклом, и через нас курят. И больше явно не ребята мы. Давно наши воспоминания пятнами, но одна хуйня все так же непонятна мне. Почему мне снится тот хомяк в калькуляторе? Мы память то куда попрятали. Даты, дни остались невнятные каракули, но все равно не сосчитать на калькуляторе, сколько раз мне снился тот хомяк в калькуляторе. Hit from the bomb, like a hit from the bomb.